Здравствуйте. Хочу представить бюджетную модель китайского производства Дона 909. Очень интересная модель, очень интересная моделечка. Смахивает на Nokia, что китайцы все любят копировать с Nokia, Samsung. Это их болезнь. Сзади полностью металлический корпус. Крышка очень толстая. Громкий динамик, 1,3 мегапикселя камера, реально 1,3 мегапикселя, получаются качественные снимки. Также присутствует антенна, в нем есть телевизор, также есть фонарик. Данная модель представлена кнопки, можно нажимать, также можно пользоваться сенсором. Очень удобно. На две сим-карточки с громким динамиком. Пробежимся по меню. Телефонная книга, сообщения, все необходимое. Звонки, настройки, это управление файлами. Как я и говорил, есть фонарик. Очень удобно. Где-то в неосвещенном месте работает фонарь. Камера. То, что я говорил, 1,3 реально мегапикселя. Получаются очень-очень качественные снимки. Сейчас я вам продемонстрирую. Смотрите, очень качественная цветопередача. Чего нельзя сказать за другие китайские подделки. Также можно прослушивать музыку. Здесь уже встроен аудиоплеер. Можно просматривать видеофайлы любого формата, так как нету ни карты памяти, ничего, я не смогу просто вам это продемонстрировать. Также существует радио. Просто я не настроил радио, сейчас постараюсь быстро его настроить. Как я вам говорил, очень-очень громкий динамик. Также в данной модели стоит телевизор. Кнопка телевизора вынесена на лицевую панельку. Нажимаем. Пожалуйста. Очень качественно показывает. Нажимаем на экран. Можем просматривать в полноэкранном режиме. Скажу вам честно, очень хороший телефон за очень небольшие деньги. Приобретайте.